Ничего в этом сезоне. Евгений Борисов, напомню, с результатом 7.45. Женя, кстати, еще раз приятно отметить, выиграл свой полуфинал. Ну вот сейчас вроде бы все без проблем. Вот посмотрите, как Дакур издалека начинает набирать. И вот, похоже, ему это удается. Не выигрывает. Вторым становится. Но 7.56 результат Петра Свободы, победителя этого полуфинала. Ну, во всяком случае, надо сказать, что и Свобода, и Ладжи Дакур попали в финал.